международный футбольный матч на стадионе Алма-Аты. Команда спортивного клуба ВААСА, чемпион Финляндии прошлого сезона, встречается сегодня с алматинской командой «Кайрат». Стоит ли говорить, что матч привлек всех болельщиков? Заметно поднялось в этом году спортивное мастерство футболистов Алма-Аты. В розыгрыше всесоюзного первенства по классу «Б» они заняли 7-е место, а в прошлом году занимали 15-е. «Кайрат» выиграл у таких сильнейших коллективов, как команды «Еревана», «Баку». Вот и сейчас хозяева поля, они в белых трусах, сразу захватили инициативу. Финского вратаря. Потерять веру в себя, значит потерять все. Игра протекала в острых спортивных комбинациях. Победили алматинцы. Не так уж плохо для первой международной встречи. До новых встреч, друзья!